Всем привет! Сегодня у нас 9-й день игры. Давайте подведем итог, что у нас по 9-му дню игры. У нас есть ратуша. Клево, у нас есть 16-й левел. Давайте посмотрим, что у нас вообще происходит. Происходит у нас то, что мы в мощи находимся достаточно неплохом третьем месте. Давайте еще в дольке забежим, посмотрим, что у нас тут проходит. В дольках мы тоже на третьем месте. Ну, не с сильным таким отставанием от лидеров, но... На самом деле, как бы приличненько. Все-таки защиту я вот думаю, что надо максимально настроить все-таки. Из тех, кто у меня есть. Поставим все-таки вот этих чувачков. Пускай у меня будет вот так 824к, чтобы на меня не было желания у людей нападать. Ну, если было, то пускай нападают. Их право. А с ресурсами реально большая проблема. У меня есть 12 миллионов воды. Ой, помидор, 16 миллионов воды, 6 миллионов дерева и 6 миллионов мяса. Но это за сегодня я набрал, а так, конечно, все было не очень плохо. По моей армии, давайте проще вот так вот, наверное. Она у меня сейчас разделена, ну, в принципе, в дуэлях можно посмотреть мою армию. То есть это Абрахам, Розита Холли, все двухзвездочные, но, к сожалению, медалек нету на их прокачку и опыта тоже нет. Здесь все лучше. Шейн, Рик и Морган. Морган, причем, уже на 4 звезды можно прокачивать. Он мне только и падает вообще. Просто Василий валится и валится. По сильнейшему выжившему у нас, как обычно, первый день не зачелся. По второму дню вот такие вот показатели. 57-28. Причем вот у этой Рарс у нее первое место осталось. А у всех остальных его не осталось. Но пришло оповещение по сильнейшему выжившему, что разработчики сделают такую вещь. Причем это быстрее всего у всех. 2000 рубинов компенсации. Плюс после завершения этого события мы пересчитаем правильный рейтинг на основе потерянных очков. Если ваш рейтинг ниже скорректирован правильного рейтинга, мы компенсируем вам разницу. То есть, допустим, если вы в первый день там набрали 50 миллионов и заняли второе место, а у первого места на 10 миллионов всего лишь выше, то есть вам компенсируют награду. Вот это вот, до первого места. То есть еще плюс не 90 губеров вы получили, еще плюсом 60 губеров вы получите. Ну, я считаю, что это клево, как бы. Но тоже неплохой вариант. Что в целом у нас еще происходит здесь? В общем, самые основные позиции рассказал. По мощи клана мы находимся на первом месте. У нас, кстати, 100 человек уже открыто. Мощь клана 192 миллиона. На втором месте... СНФУ, странно, они еще держатся, я думал, они уже слились, но нет, они все еще здесь. По процветанию мы тоже на первом месте, но это не самый важный показатель на самом деле. Убийство вообще не рассматриваю, потому что тут убийцы кругом. Кстати, а что у меня по убийствам? У меня по убийствам 35к всего. Можно, конечно, до первого места вообще легко долететь, но мне очень лень. То можно просто создать второй акт, за день сделать 1 миллион. Ну, либо просто кого-нибудь поджигать. Я сейчас хотя бы немножечко поднакопил ресурсов, смог поставить 16-ю конюшню. Так что в ближайшее время мы сможем улучшить ратушу, представляете? Потому что площадь у нас докачивается, конюшня у нас докачивается. Ну и, соответственно, ратушу мы можем поставить. В принципе, я сейчас могу апнуть конюшню, я сейчас могу апнуть площадь. Я сейчас могу апнуть ратушу и просто получить очки в сильнейшем выжившем за второй день. Ну... Если честно, особого смысла я в этом не вижу. А, ну да, я же хотел поднять элитку. Давайте поднимем элитку. Сегодня почему? Потому что у нас сегодня день сильнейшего выжившего. 28 миллионов у нас на первом. Используйте, увеличьте мощь строительства. Используйте, потратьте 1 рубин плюс 250 очков. 28 миллионов. Давайте прикупим элиточку. Так, раз, два, три. Опа! Поздравляем! У нас теперь есть элитка. Сколько нам сразу сильнейшим выжившим дали? 4 миллиона. Не густо. Ну, все же хорошо. Сколько нам на 7 элит надо? Еще 30 тысяч. Так, собираем бонусы. Собираем бонусы. У нас магазин элит сразу открылся. На 7 элите плюс 1 день дадут. Но этот 1 день я брать не буду, потому что это для Т-10. Сейчас вообще от этого смысла никакого нету. Так, я хотел посмотреть, плюс 2 к ресурсам там дадут. Вот сколько у меня сейчас овощи прибавляют. 98,3. Давайте купим элитку на максималочку. Все, у нас плюс 1 очередь строительства и плюс ежедневные дуэли. Так,
98,3, 99,2, плюс 1К. Ну, так-то неплохо за 2%, слушайте. Плюс 1К-то. Я считаю, что это очень даже неплохо. Вот у нас еще в дуэлях появилась возможность кого-нибудь ударить. Давайте. Нет, не Крейзич. Фроста хочу ударить. И еще плюс 15 очков дали. Очень отлично. Фроста мы, скажем так, достаточно легко победили. 1740 против 1233. У него Шейн обычный, но зато все 50 уровня. Но это ему не помогает. А, да, кстати, мне нравится теперь вот эта вот шерифская звезда отображается над теми, кто победил. Это круто. Вот такие вот дела. В дуэлях мы так очень неплохо поднялись. 1555 очков. Это очень-очень радует. Но вот это вот, я чувствую, нас сольет завтра. Ладно. Поживем, увидим. Завтра будет день, завтра будет пища. А, кстати, с элиты мы можем еще сейчас собрать. Рамка автобуса. Следующий элит нам нужно 40 тысяч потратить, чтобы получить 8-й элит. 1430. Пока ладно, я пока не буду покупать, потому что это мне полностью бесполезная вещь. Ну и вот у нас 40 миллионов сразу стало. Мы вообще можем до первого места долететь, но пока не будем. Посмотрим, что будет дальше происходить. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.